Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, тут забираем награду. Дальше нам нужно использовать ускорение, совершить сделку. Кстати, сделку я, наверное, сейчас и сделаю по-бренькому. Посмотрим, что у нас тут. Монеты на центр естественных наук на 10 карточек. 23 миллиона. Нет уж, извините, но такого я себе не позволю. Путы не дают команде противника проводить замену. За 44 доллара. Такой себе, да, по-моему. Так, 1100 на скалозавра. Нет уж, извините. Вот это можно было бы, но 1639 долларов. Спасибо большое, перебьюсь. Вот я поменяю, наверное, заповедник джунглей на еду. Все. Так, а здесь опять меняем, друзья мои. Опять меняем наших динозавров. У нас... есть излишки, причем довольно много. Афиакадон, например. Поменяем на баксы. Ну, вот так вот. 20 долларов. Не так уж и много, но все-таки. Моды. Вот у нас очень много модов, которым я, ребят, вообще не пользуюсь. Например, вот эти. Но их можно менять только лишь на очки доверий. И сколько это... Сколько, интересно, это будет очков доверий? 15! Ты серьезно? Это смех. Это смех, ребят. 15 очков доверия за целую пачку модов. Да, пускай это обычные моды, но все-таки. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас идет в событиях сегодня. А в событиях у нас идет чудовище глубин, денежная борьба. На випке у нас, ох ты, на випке у нас неплохо. Я думаю, что надо сюда рвануть. Тут по событиям, ну, наверное, мы пройдем чудовище глубин. Если у нас хватит динозавров, мы пойдем с тобой сходим на денежную борьбу. Ну, естественно, ПВПшки. Без них нам никуда. Что, приступим, наверное? Подожди, приступим. Погоди секундочку. Приступить мы всегда успеем. Нам надо вначале забрать. О, видишь, готов, хлопчик. Спинораптор помещаем. Так, прокачиваем ему 10 уровень. Такой довольный, побежал, сияет. Тут заодно еще и награду с тобой заберем. Так, давай-ка дальше смотреть. О, да, у нас этот охламон вывелся. Как ты хоть выглядишь? Ух ты! Паноктус. Ничего себе, как он ярый, злой. Ну, это круто, ребята, что могу сказать. Паноктуса мы, наверное, прокачаем с тобой полностью. Чем-то он мне напоминает Дедикуруса. Ну да, что-то из ряда бронтозавров, опять же. Так, давай-ка я хотел прокачать же его. Окей. Он травоядный. В принципе, безобидный малый. Но, понимаешь, тут не смотрят. Если травоядный, не травоядный, звездюлей получат все. Так, и еще у нас готов один, конечно же. Спинораптор, мы его помещаем. Итого у нас получится, ребята, 10 и 10, 20-ка будет, короче, 20 уровня спинораптор. И даже 30-ку мы сделаем. Мы их всех скрестим и сделаем из них 30-ку. Я думаю, что это будет круто. Так, и что дальше? И здесь вот я хотел, которые до сих пор, друзья мои, они просто опупели. Вот у меня других слов нету. Ты понимаешь, вот дольше этих охламонов, по-моему, никто не выводился. Вот именно Раджастега и... Да неужели? Я глазам своим не верю. Их Тестега прокачалась. Так, ну что ж, тогда нам надо... Блин, нифига себе он прокачку требует. 93 тысячи за один уровень. О, да. У меня столько еды нет, прикинь. Слушай, по-моему, нам вот надо вот эту штуку прокачать. Она вообще улучшается? Ой-ой-ой, 1000. А этот заводик пока не может улучшиться, потому что он не накопил достаточно количества себе улучшений. Так что с их тестегой я даже не знаю, что делать. Прокачать не могу. Ладно, пускай пока сидит, будем копить с тобой еду. Кстати, скоро 53 уровень. И знаешь, когда мы его получим? Когда мы завершим вот здесь вот все. Вот эти вот три постройки сделаются. Раз, два, три.
И поверь мне, 52 уровень у нас будет обеспечен. Ладно, я пошел на випку. Давай смотреть. Лицитис, Мегалодон и Генрия. Ну, тут, по-моему, все и так ясно, да? Что здесь нам надо взять Геликоприона. Не-не-не-не-не-не. Вот так вот сделаем все-таки. Плезиозавра возьмем против Мегалодона. Пойдет у меня Леоплевродон. А вот против Генерии пойдет... Ну, в принципе, Плезиозавр один и пойдет у нас. Кстати, Аммонит. Почему я их всех не улучшаю? Вот скажи мне. У нас Геликоприон есть 20 уровня, но будет. И вот тут 20-го. Их можно, в принципе, в 30 уровень спокойно переводить. Нет, так не делается дела. Надо сейчас будет после этого поединка что-то поставить на улучшение. Так, ну что, мы, наверное, бомбанем сразу же, да? Получается, буквально одной единички хп не хватит. Точнее, одной единички атаки не хватит, чтобы его добить, этого Лицхихтиса. Ну, здесь уровень маленький, так что я вообще не волнуюсь, не переживаю, не паникую. Смотри, какой крутыш, а. Ты посмотри, какой крутыш. Ну, давай посмотрим, из чего ты сделан. Да ни с чего. Хрящи и кожа. Больше ничего. Лицитис опять пришел, естественно, грустный. Попытка что-то мне тут сделать. За это он отвечает. Вот так вот. Ну и остается Генерия. У нее 128 к атаке. Хм, интересно. Ну, тогда я делаю полностью все, сливаю в атаку. Ну и, скорее всего, мы... Да, мы здесь побеждаем. Так, ребят, пока я не забыл, давайте-ка мы действительно сделаем. У нас столько водоплавающих, которых мы можем улучшить. И я почему-то этим не занимаюсь. Пока у нас еще, к тому же, здесь ячейка освободилась, да? Значит так. У нас есть Аммонит, которого мы можем прокачать. Где он? Вот он. Вот, мы можем его прокачать, ребят, через эволюцию. Пускай будет. Пускай будет. Также нам есть кого здесь прокачать по уровню. Это Геликоприон. Так, подожди-ка, я что-то промотал. Вот он. Все, двадцаточка. Соответственно, как у нас только освободится место... Круто. Как у нас только освободится место в инкубаторе, мы в лаборатории, мы с тобой сразу же будем делать. Тут, кстати, мы же можем вот так вот завершить. Опа. А вот и хорошо. 31 уровень. Прокачиваем, ребята. Угу. Прокачали. Прокачал, прям нет сил. Да, еды нам нужно очень много. Очень много. Так, ну в любом случае я могу поставить на прокачку. Вот сюда. Так. Ну что, будем Генерию, да, наверное? Ой, Генерию. Геликоприона. Ну да, пускай. Начать эволюцию. Все. Переведем его на 30 уровень. Кстати, а у нас... А, тиранозавр еще выводится. Пока еще. Ладно, пускай он там сидит. У нас есть кто-нибудь, кто желает? Не, нет таких. Нет, ну мы можем, например, взять... Вот, выбрать гибриды. И сами поставить. Ну, например, можно было бы еще вывести карнораптора. А можно анкилодока, но не хватает на него. Ладно, пока покупим ДНК, там уже будет видно. Ну что, мы продолжаем поединки виповские. Так, Дунклестей, Лептоклейт и Мегалодон. Здесь уже, конечно, они посерьезнее. Поэтому делаем с тобой вот так. Этот один справится, я думаю. Против Лептоклейда мы возьмем Банана Гномиуса. Я думаю, что у этого более чем достаточно будет. И против Мегалодона мы возьмем... Да, вот его. Блин, ну правда тут, конечно, с атакой. Ладно, я думаю, что все-таки мы сможем здесь одолеть. Дунклестей,
Такой довольно жирный, хоть у него и атака слабая, несмотря на то, что классовое, как говорится, у нас преимущество. Но вот, смотри, какой он. Меняется все-таки, да? Берет Лептоклейда. Ну, против Лептоклейда мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. И бонус. Неужели будет меняться? Да, в принципе, пускай меняется. Мне... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты гляди, что творит, а? Он все потратил, да? Получается, если мы с тобой сделаем ему 3 атаки плюс 1 защита. Блин, фигня получается. Ай-яй-яй. Да и ладно. Раз, два. Блин, чуть-чуть не хватает. Короче, в топку мы его отправляем. Так, да он кресте вышел. Ну давай посмотрим. Он 100% будет тратить. 2? Не знаю, ребята, чем он руководствовался. Раз, два. Раз. Раз, два. Вот так вот сделаем. Да-да, мы его вырубаем. И вот Лептоклейд опять вернулся. Но у него 998 хп. Довольно жирный такой. Блин, мне надо что делать? Наверное, брать. Да. Поехали, а что еще остается делать, ребят? Так, 473 хп мы ему оставили. Сколько он будет сливать? 3. А, плюс 1 защиту он берет, да? Блин. Я рискую, ребят, я рискую. И... Нет, не может быть. Ребята, этого не может быть. Ты посмотри. Ой, господи. 1 хп оставили ему. Это что за... Ересь такая вышла. Не, ребят, вы что хотите делать, а я пошел разбираться. Это что такое? Я просто не ожидал. Ну, жук. Так, берем Заходуса тогда. И здесь мы возьмем... Блин, мне не хотелось бы, конечно, тратить Архилона, понимаешь? Я возьму, наверное, вот этого. А он слабый, да? Да и фиг с ним, что он слабый. Пускай идет. Поехали. Да, как мы лопухнулись-то, а? Я немножко даже в шоке. Просто одной единички не хватило атаки, чтобы снести ту одну единичку хп у него. Трэш. Так, что-то мне это уже знакомо. Где-то мы уже такое видели, да? Понебратство. Ну-ка давай. Гудбай, родной. Иди на дно, корми рыбешек. Так, это у нас Лептоклейд. Ну, против него кто у нас хорошо? По-моему, идет Заходус, да? Заходус прям вообще шикарно идет против него. Поэтому я все сливаю. И уничтожаем, да? Да. Мегалодоша появился. 2 атаки потратит. Ну, а дальше мы с тобой вот этим парнем. Раз, два. А, я все сливаю. Все. Это последний все равно, ребята. Боевик у него. Мы его уничтожили. Ну что же. Еще 3 боя нужно нам сделать. Так, ДНК, это все понятно. Погнали. Смотрим. Протостега, Лит Сихтис и Гаофиозавр. Ну, блин. Банана Гномиуса можно было бы, наверное, взять здесь вот. Но я лучше возьму Заходуса. Здесь возьму Заходуса. Здесь мы возьмем Плезиозавра. А против Гауфиозавра мы возьмем Заходус, может быть, один справится. Как думаешь? Ну, по идее, он должен как бы справиться. Мы еще можем взять вот так. И вот так. Рискнем, ребят. Риск — благородное дело.
Единственное, что, конечно, очень много здоровья у этой протостеги. И, по-моему, она нас сейчас вырубит. Меняет? Окей. Раз, два, три. Готово. Протостега, ё-моё. 333 к атаке. Вырубит? Нет, не вырубила. И это круто, ребят. Почему круто? Потому что Зуходус мой выходит и, по-моему, ее рвет. Да? В клочья причем. Ну и остается Гауфиозавр. У него классовая слабость перед нами, так что мы вообще тут ничего не боимся. Ну что, ответка пошла? Пошла ответка. Ну вот так вот. Да, ребят, по-другому и быть не могло. Я не сомневался, что наша команда здесь хорошо разрулит эту ситуацию. Ну, а мы двигаемся дальше. Еще два поединочка у нас. Леоплевродон, так, Гафиозавр. Ну, в общем, здесь, ага. Против вот этих двух я, наверное, сразу же возьму гигантского Артакона. Он один справится с ними, я больше уверен. Тут мы возьмем Кранозавра. Ну и для подстраховки можно, например, взять Архилона. Все. Больше, я думаю, здесь ничего не надо выдумывать. Посмотри, сколько у нас к атаке. Просто посмотри, 1013 против Леоплевродона. То есть у него шансов вообще здесь нету. Он будет прятаться за Мегалодушу, естественно. Вот, но на Мегалодушу у нас тоже найдется, да? Свой, как говорится, каравайчик. Вот такой вот. Бомбанем. Что, я буду прощать, что ли, это все? Нет, конечно. Сразу же пошел плакаться, меняться. Ну что у нас там получается? Если поменяюсь, я, наверное, сделаю вот так. Пускай он там что хочет делает. Угу. Ладно, сыграем по твоим правилам. Так, вырубает, да? Вырубает. Но он все потратил. Хм, какая красота-то, посмотри. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот сделаю. Так, Гауф готов. Мегалодоша выходит, но у нас защита. Пробить у нас не пробьет. Не-не-не, даже не думай об этом. А вот мы сейчас... А вот мы сейчас как раз-то по нему... Влупим-то хорошо. Ну да. И остается последний, у которого 70 единиц здоровья. Что он тут сделает? Ну тут-то, конечно, он подбил. Ну а дальше выходит Артакон, у которого 1013 атаки. И 5... Так, прикрылся он там, типа. Конечно же, это не поможет ему. Конечно. Ну что, остается последний нам бой продержаться. Так, Леосихтодон, Мегалодон и Гауфиозавр. Трешовенько, да, конечно. Так, ну здесь возьмем Тилозавра. Я офигею, сколько у него, ребята, посмотрите. На третьем уровне. Трэш. Так, против Мегалодона мы возьмем Генодуса, наверное, да? Давай, возьмем Генодуса. А вот против Гауфа мы возьмем Артакантуса. Я вот не знаю, сможем ли мы с тобой победить первого противничка. Хотя, если минус, офигенный минус идет у него, то, по идее, должны. Мегалодоша, конечно, выйдет со своей зверской атакой. Он его сейчас позовет. Нам Тилозавра нужно беречь. А, вот даже как он. Вот он даже как делает. Окей. Окей, я не возражаю. Берем бонус. Упс. Ага, все-таки... Ё-моё, да ну.
Мегалодоша, ты меня пугаешь. Что делать-то будем? Раз, два, раз, вот так вот. Он рубануть может. Ой, рубанет, если будет плохо. А смысл? Поменялся он. Не знаю, ребят. Короче, я буду нафиг, наверное, его атаковать. Он достал уже. Раз, два, три, четыре. И бонус возьмем сюда. Так, вырубим? Нет, не вырубим. 73 хп оставляем. Сейчас посмотрим, сколько он будет сливать. И будет ли он вообще атаковать. Он меняется. На мегалодона. Ну что, Генодус, давай, ушатывай этого хламона. Раз, два, три. По-моему, так, да? Я могу ошибиться. Так, этого тоже вырубили. Гафиозавр. Чё-то, друзья, не нравится мне наше положение дел. Ой, как не нравится мне. Блин, я просмотрел. Сколько он потратил к атаке? Ё-моё, я просмотрел, ребят. Раз, два. Твою налево. Я просмотрел, сколько он. Блин, а сколько он сейчас этому передаст? Ага, все. Тогда нормально. Ну, тогда врубаем его. Все, допрыгался кузнечик. Отлично. Ребят, награда наша. Сейчас забираем, смотрим, что он там выпадет. Здесь что-нибудь путевое. Так, деньги, еда. Да вы серьезно, что ли? Их тебе стегу. Они в тот раз мне, по-моему, в позатот. И все время дают эту их тебе стегу. Вот что я заметил. Так, ускорение, собрать моды. Мы моды еще с тобой не собрали полностью. Давай попробуем вот этот вот взять. Легендарный мод, может быть, выпадет нам с тобой. Пак легендарный, будет прикольно. Чуть-чуть. Так, наносит 50% урона от атаки всем противникам в конце хода владельца. Ничего себе. Ну, захотелось мне просто, ребят, вот потратиться так. Ну что, у нас ПВПшка еще в канезойской эре будет. Так, а мы выходим вот сюда, на события. Как вот тут драться, я ума не приложу, если честно, потому что мы с тобой всех потратили. А тут вообще стоит? Ну, тут всех собрали, короче. Всех, кого можно и нельзя. Мне неким драться, я, наверное, не буду, ребята, это событие проводить. Пойду вон я на денежную борьбу. Битва. Так, Прианозух, Приатрадон и Тираннозавр. Ну что, возьмем так. Здесь возьму Ихтиостегу. И, наверное, вот это тоже Ихтиостегу. И думаю, никаких проблем не должно вообще возникнуть у нас тут. Берем сразу бонус. Потому что, мне кажется, он будет сейчас меняться. Но это не точно. А, поменялся. Ё-моё, 920 к атаке, ты прикинь. Что с игрой, эй? Все-таки он бомбанул, да, получается? Ну что ж, давай сделаем вот так вот. Мне очень интересно это глянуть. Чего ж ты не стал ходить-то, а? Пора атаковать его. Созрел. Ну что же, слив полный сделал. Так, нифига, у него 2400 хп. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Вот так вот сделаем. Ну, Прианозух, покажи свое лицо. Блин, неужели вырубит? Ё-моё. Так. Раз, два, три. Не знаю.
Очень-очень тонкая грань между жизнью и смертью. Причем, если он сейчас все втюхает. Да ёпарасы ты, блин, ребят, ну... Ну вот как вот он узнал, а, что у меня именно одной защиты нету? Я не поверю, что он этого не знал. Это все специально было сделано. Ладно, слава богу, у меня тут есть кем поиграть. Так что я сильно не переживаю. Вот с этим вот охламоном сейчас будем разговаривать совсем по-другому. Я возьму деплотатор сюда. И... Блин, да что и? Ну и трапегуптер возьмем. Вот теперь посмотрим. Вот теперь мы посмотрим, кто кого. Блин, 13 уровень, я офигею. Ну, с этим мы распрощаемся. Да ведь? Или нет? Раз, два. Ну да, распрощаемся. Готов. 920 к атаке. Да, это какие-то такие. Поехали. На тебе. Слушай-ка, 400... Ё-моё, неужели опять вырубит? Чё-то игра не клеится. Раз, два. Ну чё, топчем его. Блин, тираннозавр. Я не знаю сейчас, ребят, опять сейчас сделает 4 атаки по мне, да? Нет, слава богу, тут только 3. Все, крышка ему. Должна быть крышка, по идее. Или как? Ну да. Все. Я думал, сейчас опять сделает свои 4 атаки. И я на голове начну волосы вырывать сразу же. Ну, вроде обошлось. Так, ладно, двигаемся дальше. Паразавр, Раджастега и Зухариптер. Ну, паразавра мы с тобой, наверное, будем кусать. Таниколагрю? Подожди, у него здоровье там дофигища. Возьмем Раджастегу тоже тогда. Против Раджастеги возьмем Нондагазавра, а против Зухариптера мы возьмем Анкилодока. Вот такая у нас получается пати. Ну-ка, влупим. Да, он жирный. Тут не поспоришь, ребята. Паразавр. Даже вот так вот. Блин, каких-то бизонов набрал просто, монстров. Сейчас возьмет Раджастегу, да? Конечно же. Посмотри, сколько он мне наносит урона и сколько наношу урона ему я. Это просто трындец, ребят. Ну хоть кого-то вырубили. Хоть кого-то бомбанули. А вот тут совсем не весело. Конечно, вырубает, ребят. Конечно, вырубает он меня здесь. А мы сможем ли его? Мы сможем. Бумс. Так, и выходит паразавр. Он будет посерьезнее, да, чем мой диплодок. По-моему, он будет покруче. Ну что, момент истины. Момент истины настал. Валим. Даже не обдумывая. Прекрасно. Просто идеально, ребят. Ну что, остается последний поединок у нас. И денежки будут наши. Гиганоцефал, паразавр и раджастига. Но здесь, видишь, здесь два травоядника. То есть это надо брать хищников. Стоп, 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 стоп. А раджастигу возьмем. И возьму я, наверное, здесь Таниколагриуса, что ли, брать получается. Ну, допустим, возьму Таниколагриуса и птеродактиля. Птеродактиля я беру против Раджастеги. Если кто еще не понял.
Ох, 3000 хп. Я в шоке. Так он 40 уровня, ребят, он максимально прокачанный. Ё-моё, чё я тут удивляюсь-то? Вот это плохо. Блин, вот это плохо. Давай, птичка, выходи. Сделаем, что мы сделаем? Сделаем защиту. Нафига я защиту взял? У него же... Да, ребята, вот это я лопухнулся. Вот это я лопухнулся сейчас. Вот как я теперь должен здесь побеждать? 2275 хп. М? Можешь мне объяснить? Все сливает, да, получается? 6 на 300. 1800. Не канает. Ну, а что делать, ребят? Ну, вот придется сливать. На тебе. Паразавр. Тоже вырубит. Не, ну, прям какие-то, я не знаю, прям монстров выдали против меня тут. Высунули. Раз, два, три. И защита. Блин, не пробью. Все, это проигрыш. Я манал, 40-х уровней, 30-х надавали мне. Вы что, совсем что ли озверели, блин, там, а? Мне даже некого поставить, ты понимаешь? Некого, у меня нет долларов, чтобы откатить. Молодцы, конечно, я ничего не скажу. Как вот тут, как вот ты с ними тут будешь драться? Я в шоке, конечно. Даже если кого-то отправлять на мясо, ну, некого элементарно, ребят, некого просто отправить даже. Смотри, 3000. Это вообще уму непостижимо. Кого-то надо, я не знаю, кого-то надо на мясо отправлять. Кого? Так что ли делать? По идее, тут должен быть хищник стоять. Ну, ничего другого, ребят, я не мог придумать. Попробуем так. Естественно, он сейчас поменяется на свою этого раджастигу. Раджазавр, точнее. Сколько мне? Мне нельзя пропустить две атаки, да, получается? Раз, два, раз. Допустим. Сколько ты у меня идиоморфодон берешь? Маловато еще. Раз, два, раз, два. Терпим тогда до последнего, а что делать? Что, идиоморфодон, давай попробуем, я не знаю, как-то с тобой бомбануть его по полной программе. Может, получится. Есть. Есть оно есть, но как вот тут быть? Сколько он сольет? 3. А у него было 5. Раз, два. Короче, все, сливаем. Упс. Упс, недобитыш получается, ребят. Раз, два, раз, два. А этот сколько?
318. Блин. Давай бей. Раз, два, раз, два. Попробуем так. Да ладно. Ты серьезно? Пятеру вы... Не, ребят, все, это бесполезняк. Это бесполезняк. Он как будто знает, что у меня там есть и как я выкладываю. Не могу пройти. Так, ладно, пойдем с тобой играть тогда. Так, ПВПшку и Кенезойку заодно пройдем. Мало динозавров. Очень мало у меня. Мне нужно больше и круче. Я, например, Раджастегу, сколько я его буду ждать, блин? Нет теперь еды у меня, понимаешь ли? Аж бесит. Нет еды, блин. Ты ничего не можешь делать, потому что у тебя нет еды. Сиди и всасывай от всех своих этих противников, блин. Из-за того, что у тебя еды нет, блин. Взбесил, блин. Так. Че я хотел, я уже забыл. А, ПВП. Просто нет слов. Так, что у нас там? Че я делаю-то? А, ну все, правильно. Все, уже, ребят, от злости уже потерялся, блин. Неужели у нас хоть кто-то появился круче, чем этот Эрематерий? Прямо аж не могу нарадоваться. Так, так, и последнее это будет вот так вот. Поехали. Ну, явно позже я уже не сыграю, потому что, ребята, 8 часов утра в данный момент. Я еще не спал, где-то к часикам 9-10 меня начнет раскумаривать, я вырублюсь. И, соответственно, доиграть я не смогу. Так, что у нас тут получается? Меняем, конечно, меняем. Он возьмет, наверное, слона. Он возьмет слона. А мы вот так вот сделаем. Да я думаю, слона надо уничтожать уже. Нифига у него физиономия. Или же сделать бонус. Меняется. Но. И ходить не стал. Ну и до свидания тогда. Goodbye. Ну что, Динотерий? Да-да-да, я знаю, что ты слабак. Блин, ну если он возьмет Дедикуруса... Будет его вообще брать? Будет. Но он все равно не пробьет меня. Так, что у нас там? Иди сюда. Давай-ка зарядим по полной. Ать. Ну и остается Динотерий. Больно сейчас будет. Косились ноги у моего Ортинотериума. Ну что, пора наказывать, конечно же. Ах, какого лешего-то, а? Неужели вырубит? Вырубил? Ну все, все, упал. Что ты притворяешься-то? Давай ты быстрее двигайся. Здесь нет, ребят, к сожалению, ускорения. Тыч. Такой маленький, да? Убил слона. Ну, это как-то нереально. Действительно, как будто этот мастер Йода из Звездных Войнов похож чем-то.
И... Не чтобы дать 100 долларов. Они мне дают кусочек мяса. Ну и еще раз укрутанем. И опять мне дают деньги. Все. Один поединок мы сыграли. Забрали. Так, нужно еще два поединка. Ну, ясен перец, это будет не с динозаврами, потому что их просто-напросто не осталось. Это будет либо подводные, либо еще что-то. Подводные. Тут тоже, конечно, невесть знает что, но нам нужно сыграть, поэтому погнали. Всего два поединка. Ну, давай, 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 что ты там? Ну, ё-моё, час от часу не легче. Ну, ничего, ребят, ничего, я потерплю, я, знаешь, я парень терпеливый. Потом наши динозавры прокачаются, я им все припомню. Абсолютно все. Когда, помнишь, в черепашках мы то же самое. От всех получали звездюлей. От кого не лень. Щемились там, я не знаю, дальше, чем видели. А теперь, что происходит? Теперь происходит вообще топ. Нам просто никто не в указ, и все. Что я делаю? Мясо отправляю, да? Ну, тут я заведомо уже проиграл, поэтому... Тут даже не обсуждается, ребят. Тут даже не обсуждается. А сколько у тебя там к атаке? 155. А у тебя 193. Да, пошел ко дну мой кораблик. Так, ну что, влупим тогда по полной программе, я думаю. Да и то, наверное, не хватит его пробить. А нет, хватит. Ну хватит, хватит вот эти вот. Бумс. Вынырнул. Ну давай, посмотрим, из чего ты сделан, парень. Ну что, пора валить. Снежинок. Так, у него сколько? 68 к атаке. Смех. Да ладно, он не стал ходить. Раз-два. Раз-два. Проверочка просто. Ты смотри, я взял две, и он взял две. Ну как это можно назвать, ребят? Ну... Давай, сейчас он должен слить. Возможно, даже все. Да ну, я не верю в это. Это что сейчас было? Раз, два, три. Ну-ка, проверка. Есть. Блин, ну дальше-то хуже. У этого-то атака, наверное, будет побольше. А, нет, 93. Ну, смотри, 93. Сейчас у него тут... Ё-моё. Сможет пробить, как думаешь? Вот как ты думаешь, сможет он пробить, если он все сейчас сольет? Посмотрим. По-моему, сможет, да? Ух. Сейчас что-то будет. Упал на землю. Да, ребят. Вырубил он. Несмотря на то, что у нас было классовое преимущество, он вырубил. Набрал 8 очков и вырубил просто. Так, ну что, нам последний тогда поединок нужно сделать. Кем играть? Фиг его знает. Так, у нас быстро закончились все наши динозавры. Я не понимаю, как? Я, бывало, ну, обычные другие события проходил намного дольше, как-то и быстрее. И еще было в запасе. А тут вообще ничего не осталось. Фигня какая-то. Так, ну что тут делаем? Наверное, сразу бомбану я разочек ему. А, он ходит первым, понял. Угу, угу, поменял, да, довольный. Поменял, довольный.
А давай я так сделаю. Проверка будет на вшивость. Если он сейчас бомбанет, ребята, то это уже все, это уже... Он бомбанул, но не так сильно. Он бомбанул, но не так сильно. Че, патозавра брать? У него атака меньше, блин. Раз, два, раз, два. Давай так сделаем. Пускай уже все сливает. Во, вот тут я понимаю, все слил. Сейчас мы ему тоже тут. По идее, должны же мы его подбить. Но при этом все нам пришлось сливать абсолютно. А сейчас посмотрим, как пещерники вот эти вот. Да ёк-макарёк. Да как пещерники? Да вот так вот пещерники сейчас завалят нас, вот и все. Игра сегодня вообще ни к черту, понимаешь? Раз, два, три. Я не знаю, что еще делать. Все, помираем от индоминуса, получается, да? У него уже сейчас там 4 атаки, плюс еще одна, 5 атак. Нет. Не клеится, ребят, игра сегодня, к сожалению, у меня почему-то. Я не знаю, с чем это связано, почему он все предугадывает. Абсолютно все предугадывает, понимаешь? Назвать это случайностью я не могу. Я могу понять случайность один поединок, два поединка. Но не всю игру подряд случайностью заниматься. Ну, гаденыши, ладно, ладно. Будет день и будет пища, ребята. Будет день и будет пища. Так, ну что, на этом придется мне, ребят, закругляться. В следующей серии мы получим 100%, я тебе говорю, 53 уровень. Еды нету, прокачать я динозавров своих не могу. Где этот хавчик зарабатывать, я вообще не знаю, эта фабрика мне мало дает. Просто мало. Так что, ребят, до новых скорых видосиков.